you're so much welcome to our second international online festival on natural childbirth and blessed conception named Miracle in the Heart on proestro.com, where we'll be conceiving, believing, and transforming. Join us in this journey. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши зрители и зрительницы. Мы благодарим, что вы с нами присоединились к третьему вебинару, чудесному вебинару на проекте и фестивале «Чудо в сердце». Я думаю, что сегодня очень много чудес произошло, уже трижды мы объявляли их. Три беременности у нас объявлено в течение этого дня, мы очень рады. Но что будет дальше? Потому что наш чудесный спикер очень интересный человек, международный спикер, приготовил для вас еще много воодушевляющей информации. И я с удовольствием хочу представить вам человека, который сегодня в День благодарения в Штатах сидит и будет вещать нам на 4 континента. Я сейчас очень попрошу Катерину Житомирскую-Шекман, нашу уважаемую и любимую переводчицу, маму четверых детей. Вот вам я еще присвоила орден. Из Тулузы, из Франции, помочь нам в переводе речи Фернандо. Итак, мы очень рады приветствовать на нашем фестивале Фернандо Молину из Юджина, штат Орегон, США. Пожалуйста, Катерина. Фернандо, you can start. Yeah, I would like you to introduce Фернандо. Should I translate what you were saying in Russian? Yes. Well, Fernanda Svetlana has just introduced you, and she explained it like. You'll be speaking for 4 continents, and today when you celebrate in America the Thanksgiving Day, well, you found the time to like to abandon your family and your passions and to speak to us. So we're all very thankful, like at Thanksgiving Day we should be. And you may start. Да, более того, этот человек, как в свое время сестра Монистар, Фернандо пришел из своего заснеженного дома в родильный центр, в другое место специально, чтобы провести вебинар вместе с нами. Мы очень благодарны ему за это, за преодоление всех препятствий. Also, Svetlana says that you abandoned your house, like in snow, to come to the birthing center so you could communicate with us, and we are thankful for this as well. Мы очень рады, что этот папа троих детей, доктор медицинских наук, семейный врач, сертифицированный пренатальный инструктор, мужчина-акушер в естественных родах сегодня рядом с нами. And we are happy to have this father of three, medical doctor, family practitioner, and midwife, male midwife, to be with us and share with us his knowledge and his experience. Более того, этот тоже мужчина очень активный, выступает активно за домашние роды,
и член Всемирного движения по гуманизации рода. Fernando also is supporting home births, and he is activist of the worldwide movement for humanizing births. И принял более 1200 новорожденных. He delivered more than 1200 newborns, babies. Он получил сертификат пренатального инструктора курса «Волшебное начало восторженных жизней». Magical Beginnings in Planted Lives. He is certified instructor of this course Svetlana has just mentioned. От Дипака Чопры и Дэвида Сьюмана. Да, вот Дипак Чопры и Дэвид Сьюман. И запустил свой перинатальный обучающий курс «Яркое начало». And now he has designed his own prenatal course, which is called Bright Beginning. Fernando об этом больше расскажет. And now Fernando will tell us more about this. Да, что же такое это всемирное движение за гуманизацию родов? И каким образом Фернандо вносит свой вклад как мужчины акушера в естественных родах, чтобы помочь еще большему количеству семейных пар рождать своих детей естественных. So what is this movement for humanizing births and what is Fernando's role in it? What does he do? You are very much welcome to our festival, Fernando. So I'm putting you on the full screen, so we can see you, we can hear you. Good evening and good morning to the USA. Да. Добрый вечер и доброе утро тем, кто в Америке. Переводим Фернандо на полный экран, и он может начать. Thank you very much, Светлана, Ольга, Катерина. Really, it's an honor to be with you, and it's an honor to reach so many hearts of pregnant women in Russia, in Europe, and many parts of the world. Спасибо, Светлана, Ольга и Катерина. Для меня большая честь быть с вами и с другими женщинами России и всего мира. So the world movement of humanized birth has many definitions. Мировое движение за гуманизацию родов имеет множество определений. In the humanization of birth, a lot of people are talking about even the protagonism back to the mother that's going to give birth, to the father that's going to be giving birth also, and to the baby that's going to be born. И когда мы определяем гуманизацию родов, мы говорим о том, что мать, да, которая рожает, и отец, который дал начало этой жизни и который охраняет, и ребенок, который находится в центре этого процесса, который рождается. But my definition of the humanization of birth is just one word – love. Но мое определение гуманизации родов состоит всего из одного слова, и это слово – любовь. So you can see a woman and a man can give love, can feel love for a human being, especially a pregnant woman. Мы можем видеть мужчину и женщину, которые любят друг друга и чувствуют любовь, и эта любовь должна вся достаться беременной женщине. During pregnancy and especially during birth, women need very much emotional support, which means a lot. Во время беременности и особенно в родах женщина очень сильно нуждается в эмоциональной поддержке. So at that point, I started my career as a medical doctor. But in one point of my career, I told myself there's got to be a better way to attend a woman giving birth and a better way to receive a baby. Я начал свою карьеру как врач, традиционный медик, но на каком-то этапе своей карьеры я вдруг подумал, что есть какой-то другой лучший способ помочь женщинам, вот, чем быть медиком. So the way I was trained in medical school to treat a woman in labor and to receive a baby, my heart told me that's wrong. И там, где я учился тогда,
то, как мы должны были помогать беременным и рожающим женщинам и новорожденным детям, я в своем сердце чувствовал, что это неправильно, то, как меня учат. So when the student is ready, the teacher will always appear. И вот история о том, какие у меня оказались другие учителя. So I started looking for midwives. Я стал искать акушерок, чтобы учиться у них. But when I was being taught by midwives, my heart already told me that I knew it. И когда вот я увидел акушерок и увидел, как они работают, мое сердце открылось навстречу им. And I give honor for this to my grandmother, who was a midwife in Bolivia. И я здесь хочу оказать честь, упомянув мою бабушку, которая тоже была традиционной акушеркой. So in Venezuela, I started change from the medical paradigm to the midwifery paradigm. И в Венесуэле там теперь происходит как бы движение от медицинского такого подхода к акушерскому подходу. I already knew in my medical practice that patients need a hug, need love before any medication. И уже в своей медицинской практике, когда еще работал как медик, я видел, что лекарство работает лучше, чем множество лекарств. So my experience as a male midwife in this movement for the humanization of birth. Таким образом, мой опыт как вот акушерки, ну, мужчины-акушерки на этом поле гуманизации родов. Is that if I do not control a woman in labor, I have empathy and I can feel what she's feeling. Что он состоит в том, что я не контролирую женщину в родах, не управляю ей, а что у меня есть к ней эмпатия, сопереживание и сочувствие. And I told myself, if many women go to the obstetrician, a male obstetrician, why they will not go to a male midwife? И я подумал, почему, если множество женщин доверяют врачу, мужчине, акушеру-гинекологу, почему они не будут доверять мужчине, который станет акушеркой? And in my city, where I work in Venezuela, none of the obstetricians give hug and love to their patients. И там, где я работал, мужчины были одни акушерки, и было трудно, да, вот так изменить ситуацию. So I started connecting with my patients that wanted a home birth. For a water birth, instead of giving birth at the hospital. И тогда я стала общаться вне госпиталя с теми пациентками, которые хотели рожать дома и хотели рожать воду и хотели разные другие вещи, которые в госпитале были не приняты. When you beautiful pregnant woman choose your provider, your midwife or your doctor, you're honoring us, and I respect and I surrender to your honor that you're giving me. Когда вы, прекрасные беременные женщины, вы оказываете честь врачу или акушерке или другому человеку, который ее наблюдает, мы принимаем эту честь, и я всегда сдаюсь перед желаниями женщины. Я следую за ее желаниями, за ее выбором. So let's see the first two pictures first. Okay, the first two slides. Да, мы видим. Сейчас будут показаны некоторые картины, некоторые слайды. Вот здесь написано «Глобальное движение за гуманизацию родов». Ой, очень быстро все скачет. «Глобальное движение за гуманизацию родов» и мой вклад как акушерки мужчины. Фернандо Малина, доктор, акушерка. Okay, the next. Можно следующее показывать. Okay, over here you can see Fernando Molina, Mushina, Akusher, with a patient, a client, or a pregnant woman and her husband.
Здесь вы можете видеть Фернандо Малину, мужчину-акушер. Вы видите, что Фернандо прекрасно усваивает русский язык с клиенткой беременной женщины и ее мужем. And the baby, of course. We all are touching the baby. И, конечно, ребенка. Мы все трогаем, прикасаемся к этому ребенку. I have learned that different cultures have different customs. Okay? So in this next... Я узнал, что разные культуры имеют разные обычаи, разные традиции. So you can see Fernando Mushina Akusher with the patients practicing how to give the positions for giving birth. И здесь вы видите Фернандо, мужчина-акушерка, как он практикует, учит женщин позициям в родах, разным позициям. So you see, women are opening to let the male energy into their lives. И вы видите, как здесь женщина открывается, чтобы впустить в свою жизнь мужскую энергию. Okay, you want to get back to get off the slides, please? Теперь нужно убрать слайды. You want to take off the slides? You don't need them? Okay, let's conclude with this one, then get me back in the picture. Okay, in this one you can tell how I get try to connect with the baby. Здесь видно, как я, с ребенком нахожу контакт. Ну, видно, да, через касание. It is my, I really believe and have faith that we as midwives, male midwives, or doctors, or your midwife, we really need to connect and listen to the baby, learn to listen to what the baby is telling us. There is an exchange of energy. Вот я действительно уверен, что мы, врачи, акушер-гинекологи, акушерки-мужчины, акушерки-женщины, все, кто работает с беременными, мы должны установить контакт с ребенком через прикосновение, и мы должны... не только ему что-то передавать, но мы должны учиться слушать, что ребенок хочет сказать нам. And you can see in these pictures the atmosphere, the energy is love. И вы видите на этих снимках, что здесь спокойная, мирная атмосфера, что это мирная, добрая энергия. Because, okay, we changed now and came in the picture. Свет, теперь надо убрать картинки. So, yeah, get me back on. He doesn't want the pictures. Yeah. Take them off. So, what has been my experience, my humble experience? How did I get connected with women? First, respect, a lot of respect and love for the woman. Мой опыт, как я устанавливаю контакт с женщиной. Первый важный момент – это уважение, огромное уважение. So I develop a magical beginnings prenatal course. И я создал курс подготовки к родам, который называется «Волшебное начало». Where we will guide every woman to connect the mind, the body, and the spirit for a conscious, happy pregnancy and birth. И мы пытаемся на этом курсе научить каждую женщину, как ей соединить свой разум, свое тело, свое сердце, так, чтобы все это сошлось в что-то такое единое целое в родах. I tell all my patients, I'm going to give you information, so you will be empowered, and you will be in control, and you will trust in yourself. И я говорю всем своим клиенткам, что когда я даю вам информацию, я даю вам силу, я даю вам возможность контролировать ситуацию, и это вызовет у вас доверие, доверие к себе. Because I am convinced that every woman that is going to go to give birth, she has to trust herself that she can do it. Потому что я родом из Венесуэлы, в Венесуэле у нас много рожают, высокая рождаемость, и каждая женщина знает, что она должна довериться самой себе, она должна верить в то, что она может родить. So we build up a relationship over 6 or 8 weeks of trust between each other. И в течение 6 или 8 недель, которые длятся эти курсы, мы выстраиваем такие отношения, доверительны друг другу.
So in Venezuela, in my birthing center, I work with a doula. И в Венесуэле, в том родильном центре, где я работал с доулой, с доулой. And I am convinced that doulas are necessary to give more emotional support from woman to woman. И я убежден, что доула очень нужна. Она может дать гораздо большую эмоциональную поддержку, поддержку от женщины к женщине. My doula in Venezuela, she's also teaching this course Magical Beginnings and is doing a great job. И моя доула в Венесуэле, она также является инструктором вот этого курса «Волшебное начало», и она великолепно это делает. And now in Irkutsk, in Russia, I certified another doula, Elena Kovets, that's going to start teaching Magical Beginnings. Теперь в России я сертифицировал одну доулу, Елену Кобец. Лена, если ты нас слушаешь, привет тебе. И Лена тоже начала преподавать этот курс. So the idea is to give you information so you will trust in yourself, you will trust in God if you believe in God, and you will trust in your baby. Поэтому, если я даю вам эту информацию, и вы научитесь доверять себе, вы научитесь доверять Богу, и вы научитесь доверять своему ребенку. And I completely want the man to be with the woman during the prenatal course, during labor, and afterwards, of course. Да, и я бы очень хотел, чтобы мужчины были со своими женщинами и во время этого курса подготовки к родам, и в начале родов, и во время того, как рождается ребенок. I have this course online, it's called Brighter Beginning. Да, у меня есть еще другой курс, который называется «Яркое начало». Okay, let's see the other pictures, please. Так, сейчас мы посмотрим картинки. Okay, over here you can see, on the left, there is a man and a woman squatting. Слева вы можете видеть мужчину, который поддерживает женщину в позиции на корточках. And the doula is in front of them. А доула сидит перед ними. Yeah, the doula name is Eileen. Эту доулу зовут Eileen. And she gives emotional support and I take pictures. Она дает женщине эмоциональную поддержку, а я фотографирую. Because the man and the woman have taken the course, they know everything that's happening during labor. Поскольку мужчины и женщины, которых мы видим, они прошли у нас курс подготовки к родам, и они понимают все, что происходит с ними в течение родов. They know how to relax, they know what positions is better for them, where she feels comfortable. Они умеют расслабляться, и они знают, какие позиции для родов им выбрать, чтобы женщина чувствовала себя комфортно. In this other picture, you can see myself. Мужчина акушер Фернандо. Так, а здесь на другой картинке вы можете увидеть меня, затылка, мужчина акушерка Фернандо. You see, I'm doing what the doula does. И я делаю вообще-то то, что делает доула. I'm giving love, I'm giving emotional support, making sure that Eileen, in this case, she's my doula and she was in labor. Я даю свою любовь и поддерживаю эмоционально Элен, ту доулу, которую вы видите на первой картинке слева. Элен, моя доула, в этот момент она рожает. So I was the male midwife, I was the doula, and I was the companion. Так что я был и мужчина-акушерка, и доула, и просто друг. So the figure of male midwife in a lot of places, a lot of they don't accept males, but it is a fact that we have energy to give love to women. Во многих местах идею мужчину-акушерки отрицают, но я считаю, что у этого есть свое место, потому что у нас есть своя особая энергия. In my country, in Venezuela, because right now I live in the United States. В моей стране, в Венесуэле, сейчас-то я живу в Соединенных Штатах. But my patients, they call me and they say, Fernando, when are you coming back to Venezuela so I will program
my conception of my baby. So when you come, you attend my birth again. Но мне до сих пор звонят мои пациентки и говорят: Фернандо, когда ты вернешься обратно, потому что я сейчас планирую еще одного ребенка, и я хочу, чтобы ты был на моих родах. And in next month during Christmas, my doula already has 4 patients that are going to have a water birth, and I'm going to go and receive those babies. И вот ближе к Рождеству моя доула написала мне, что у нее есть целых 4 клиентки, которые примерно в это время хотят водные роды, и я поеду туда, чтобы помогать этим женщинам. And I hope that in the future, my other doula and prenatal educator of Magical Beginnings, Elena Kovacs and Hertus, will do the same. И я думаю, что в какой-то момент и другие доулы, которые учились у меня, такие как Лена Ковец, они будут делать то же самое, также готовить этих женщин к родам. Ну, не этих, своих женщин к родам. Okay, and the next picture, please. Следующая картинка, пожалуйста. Okay, over here to my left, this is in Eugene, Oregon, at the birth center, there is the male midwife. Да, слева, слева мы видим наш родильный центр в городе Юджин, штат Аризона. Мы видим мужчину-акушерку. Yeah, making sure that the woman is protected, the baby is protected, and the father is protected. Да, и здесь я просто хочу убедиться, что женщина защищена, ребенок защищен, папа защищен, мы охраняем их. On the right you can see that there is mother giving birth, baby is being born, and his father or her husband is attending, fetching her his baby. А здесь вы можете видеть, как женщина рожает воду, а напротив сидит ее партнер, отец этого ребенка, ее муж, и он принимает ребенка. I tell fathers, if there is the possibility that you catch your baby, don't miss that opportunity. It's one opportunity. A lifetime to catch your baby. И я говорю всегда мужчинам, что если у вас есть возможность принять вашего ребенка, никогда не пренебрегайте этой возможностью. Такая возможность может представиться, может быть, один раз в жизни. So where is the male midwife is taking the picture? А где же мужчина-акушерка на правой картинке? А мужчина-акушерка фотографирует. But we midwives say, I will act if it's completely necessary. И мы будем говорить, что мы себя ведем, мы вмешиваемся только когда это абсолютно необходимо. Because it is your birth, and how many times I ask them, how many times in this life are you going to be pregnant? И я, потому что это их роды, и я спрашиваю их, сколько раз в жизни там вы были беременны и будете беременны? Maybe 1, 2, or 3 times. Может быть, 1, 2, 3 раза. But how many times does your baby have to be born? How many chances? Но сколько шансов конкретно у этого ребенка родиться? Just one. Только один. So let's make the best welcome for this baby to this world. Давайте приготовим этому ребенку прекрасную встречу, самую лучшую для его прихода в этот мир. So in Magical Beginnings we're helping women to rediscover their power to give birth. И вот этот курс «Волшебное начало» помогает женщинам обрести силу для того, чтобы сделать вот такие великолепные роды для ребенка. And fathers integrate and they feel that they are pregnant too. И отцы в ходе этого курса, они интегрируются в течение беременности и потом в роды. Sometimes fathers push more than mothers. They give a lot of energy to her wife. Yeah. Иногда, когда женщина тужится, я вижу, что отец тужится сильнее, чем мать, и он передает эту энергию женщине. So my experience as a male midwife has to do with my medical background, has to do with what my heart tells me, and has to do with the love I give to my patients.
И вот из моего опыта, то, что я стал мужчиной, акушеркой, имеет три опоры. Это мое медицинское образование, это моя любовь и это мое уважение. But I am really honored to be called male midwife. И для меня высокая честь называться мужчиной-акушеркой. We develop a good relationship of trust and love. Мы развиваем стойкие, устойчивые такие взаимоотношения, доверительные и с большой любовью. Okay, the next picture, please. Следующая картинка, пожалуйста. Okay, over here you can see the male midwife connected. Вот здесь вы видите опять мужчину-акушерку. Connecting with a baby. Который уже общается с ребенком. Look at the eyes. We're looking at each other. We're communicating. Да, посмотрите на глаза ребенка. Посмотрите, как нам удается общаться. During pregnancy, I make sure that the baby feels my love energy. Во время беременности я должен быть уверен, что ребенок чувствует мою любовь и мою энергию. So these babies know me when they are born. They know my voice, they know my energy, they know my love. Поэтому, когда эти дети рождаются, они уже меня знают. Они знают мою энергию, знают мою любовь. Yeah, just look at their eyes. They are telling me, I love you, and I tell them, I love you. Смотрите, как они смотрят на меня. Они своими глазами говорят мне, мы тебя любим, а я им говорю, и я вас люблю. So being a medical doctor also gave me the opportunity to continue seeing these babies in my medical practice as they grow up. Так что то, что я врач, помогает мне продолжать быть с этими детьми и помогать им и по-прежнему все это в атмосфере любви. But right now in the United States I'm not practicing medicine, just male midwife. Но в Соединенных Штатах сейчас я не работаю как врач, а работаю только как мужчина-акушерка. But so when I teach magical beginnings, we get to know each other and I've been accepted. They open their arms, their hearts for a male midwife. Но когда я преподаю этот курс «Волшебное начало», они меня принимают как мужчину-акушерку, как бы им это вначале было не странно. Принимают меня, они принимают мою энергию и мою любовь. Let's see the next pictures, please. Следующая картинка, пожалуйста. Okay, so over here you can see, this was last year, a happy family in Venezuela. I went back, and they have all their babies with me, and they always wanted to give birth with me. Да. Вот, пожалуйста, слева мы видим счастливую семью. Я специально возвращался в Венесуэлу, потому что они всех детей рожали со мной, и этого последнего ребенка они тоже хотели рожать со мной. And she has two sisters, and they had their babies with the male midwife also. И у матери этого ребенка есть две сестры, и эти две сестры тоже рожали с мужчиной-акушеркой. In this other picture, you can see again the eye contact I'm making with the baby that I met in the womb. И посмотрите, какой на картинке справа контакт глаза в глаза с новорожденным ребенком. So I respect in many parts of the world that they don't want the male energy. И поэтому я очень уважаю. И хочу, ну, как бы уважаю, да, традиции каждого места в мире, но я очень хочу, чтобы добрую мужскую энергию впустили в роды. All my patients that have accepted me, honored me to be their male midwife, they told me that they listen to their heart, not the mind. И многие, как бы дети, многие женщины во время курса они проникаются идеей, что они должны слушать не меня, а слушать свое сердце. Okay, now let me finish next one. Давайте мы закончим. Следующая картинка. Okay. It was the last one. Yeah. How much time do I have?
You have 4 minutes left before the meeting. Okay. Yeah. So my experience, my humble experience as a male midwife. Да, мой небольшой опыт, это от себя добавляет Фернандо, прибедняется, у него огромный опыт. Мой небольшой опыт как акушерки мужчины. Is to connect with pregnant women and give them emotional support, respect and love. Это установить контакт с беременной женщиной и дать ей эмоциональную поддержку, уважение и любовь. Make them feel that I care for them. Дать им почувствовать, что они мне не безразличны. Make them feel that their what they wish for their birth is going to be respected. И дать им возможность почувствовать, что во время родов их желания будут уважаться. Because definitely we all have a big responsibility with humanity. Потому что, вообще говоря, мы перед человечеством несем ответственность. Of bringing babies into this world out of love. Ну, хотелось бы, чтобы мы принимали детей в этот мир с любовью. So my prenatal course Magical Beginnings is very important. I'm convinced of that because we touch the mind, the spirit, the heart and the body. И поэтому я считаю, что мой курс «Волшебное начало» здесь очень важен. Он сразу обращен к уму, к душе, к сердцу и к телу. That way we're teaching parents, fathers and mothers that the personality of the baby starts in the womb. Так мы учим и мать, и отца о том, что личность ребенка очень важна. And we will guide you to really be careful on how you handle emotions. И мы как бы ведем их к тому, что очень важно, как эмоционально будет себя ощущать ребенок. Because I'm convinced that in the womb we can do preventive medicine for the mind and the body of this little human being in the future. Да. Мы в Венесуэле считаем, что внутриутробно мы можем заниматься, ну, как скажем, профилактикой. Вот это, эти ощущения, это эмоции, это любовь, это как медицинская профилактика. Okay, so the essence of life is love. И квинтэссенция жизни – это любовь. So let's conceive a baby with love, and let's give love to this baby during pregnancy, during birth, and the rest of the life. Да. Пусть наши дети зачинаются в любви, и пусть эта любовь окружает их в течение беременности, родов и всей остальной жизни. My three children have been born at home. Все мои трое детей были рождены дома. And I have learned a lot from them. И они многому меня научили. But I do what I recommend to do. Home birth, natural birth, love in the birth. И я теперь, ну как бы, я сделала то, что я всем рекомендую делать. У меня были домашние роды, естественные роды, роды полные любви. So unfortunately I'm running out of time, so I think it's time for questions, right? Я вижу, что мое время подходит к концу, нужно оставить еще какое-то время для вопросов. И, пожалуйста, вопросы. The first question. Первый вопрос из Украины. И вопрос from Ukraine. Вопрос такой, как поняла участница, это Светлана, всемирное движение по гуманизации родов, это общественная организация. Если это так, то как она взаимодействует с Министерством здравоохранения Венесуэлы или США? Svetlana from Ukraine asks, as I understood, the movement for humanizing birth, it's a public organization. If I understood correctly, how does this organization interact with the government of Venezuela? Well, it's a worldwide movement. It didn't start in Venezuela, but it is more and more professionals are
opening the eyes that we need to bring love to birth, that we need to change the medical model. So in this... Светлана, это международное движение, оно не базируется в Венесуэле. Все больше и больше специалистов по всему миру открывают глаза на то, что мы должны гуманизировать роды. So different countries in Latin America, for example, have passed laws to humanize birth, to respect women. И как реакцию на это, многие страны в Латинской Америке приняли законы, которые гуманизируют роды и обращены на защиту женщины. But my opinion is that passing a law is not enough. You have to have the infrastructure to be able to carry on this humanization of birth. Да, и мое мнение, что эти законы меняются, потому что у нас есть большое влияние для гуманизации родов. Because when they build these big hospitals, they don't think about the pregnant woman being comfortable. They think about the doctor being comfortable. Да, потому что там, где строятся огромные вот эти госпитали, перинатальные центры, там никто не думает о том, что женщине будет удобно. Там думают о технологии, о деньгах. That's why birthing centers started to flourish. Поэтому родильные центры, я считаю, идеальным решением. Okay, thank you. I can see another question. Да, вопрос от Анюты. Чудесный, теплый вебинар. У вас бывали случаи, когда отец ребенка не хотел принимать участие в родах? И что бы вы посоветовали такой женщине? Чем ей помочь? The question is from Anna. She thanks you for your webinar. She says it's wonderful and it's very warm. And she asks whether you had situations when the partner didn't want to participate in labor and birth. And if you had the situation like this, what should we advise the woman? How could we help her if her partner doesn't want to do all the things you recommend? Yeah, it happens. It has happened in my experience that the partner didn't want. And some of them, the men, they came for the prenatal course, Magical Beginnings, the first class, and they say, I don't want to be here, I'm here because my wife made me come. Да, в моей практике это случалось, и часто на курсы ко мне приходили мужчины, которые абсолютно не хотели в этом участвовать, и они так и говорили на первом занятии, я даже и на курсах-то не хочу сидеть, просто я пришел, потому что меня привела жена. But after the third class, they say, thank you to my wife that made me come here, because I am learning a lot, and I feel pregnant now. Да, но уже на третьем занятии они говорили, спасибо, и теперь я думаю совершенно по-другому, и я очень благодарен тому, что вы меня научили, и я теперь сейчас чувствую себя беременным. So my experience with Magical Beginnings is that every man participated and never said no. И поэтому из моего опыта те, кто участвует в нашем классе «Волшебное рождение», обычно они потом участвуют. Они хотят уже принимать участие в беременности и в родах. I had only three cases, and the men were from the Middle East. They refused to take the course, and their wife couldn't take the course. And that has to do with culture. У меня было только три случая, когда реально мужчины не стали принимать участие в родах. Это были люди с Ближнего Востока, и там отцы не ходили на курсы, и, видимо, это имеет отношение к их культуре. Эти женщины ходили на курсы одни. In other cases, when the man for some reason couldn't be at the labor, I will take the place of the man. И в тех случаях, когда по каким-то причинам мужчина не может быть на родах, я, как сказать, занимаю место этого мужчины. You know, because I am convinced that the male energy is needed also there as protection, together with the doula and the midwife. Потому что я считаю, что мужская энергия очень нужна в родах, как для защиты и наряду с энергиями акушерки и доулы.
In Venezuela, we founded the club of junior accoucheurs, of junior male midwives, because the men catch their baby. И даже мы в Венесуэле создали клуб таких, как сказать, юных акушеров, акушеров мужчин, чтобы научить их принимать детей. Thank you. Do we have any more questions? I don't see any. Я хочу задать вопрос, Светлана. Скажите, пожалуйста, вы видно, когда вы концентрируетесь на ребенке, вы в контакт с ним сходите. Скажите, пожалуйста, расскажите подробнее о ваших ощущениях и что вы говорите, как вы на него настраиваете? The question of Olga. We saw that you have a wonderful contact with babies. And what exactly do you say to the child? How do you tune yourself to be in contact with the child? What's your secret? To be in contact with the child? Well, because we saw that you do it. How do you do it? Yeah. Yeah, that's a very interesting question, because my line of research that I have now is because we always talk about how to get in touch with the baby, read books, sing, and talk to the baby. And my intuition tells me that I want to learn what the baby is telling to us. Мой секрет состоит в том, что во время беременности я уже стараюсь, чтобы ребенок меня узнал, и не столько я стараюсь, чтобы он меня узнал, я стараюсь понять, что мне говорит этот ребенок, что он хочет мне дать понять. And the first state of consciousness of every human being is innocent. Потому что каждое человеческое существо, когда рождается, оно рождается невинным. So babies, they don't care, they are not worry if it's a male, a female, if it's ugly, if it's beautiful, if it's big, if it's small. И поэтому детям все равно, мужчина это или женщина, красивый он или какой, ему все равно. Therefore, I use something I have learned from Reiki, just transmit energy of love to this baby. И также я знаю вот эту технику Рейки, да, и с ее помощью я тоже передаю любовь этому ребенку. And I believe in God, and I believe in love, and I believe that we can love each other, no matter if it's woman, man, baby, or black or white. И я верю также в Бога, и я верю в любовь, и я верю также в любовь нашу друг к другу, и это не важно, мы черные, белые, мужчины, женщины, старые, молодые, красивые, уродливые, это не важно. So what I tell these babies is in silence, I tell them I love you, and I'm going to protect you, and I'm going to guide your mother, you have a beautiful birth, you're going to have a beautiful welcome into this world. Да. И я говорю этим детям еще в беременность, что я люблю твою маму, и ты любишь свою маму, и я очень хочу, чтобы у тебя было прекрасное рождение, и ты родился в прекрасный мир. And in the pictures that you saw that were looking at our eyes, I, in silence, they tell me thank you, and I tell them thank you. И вот на этих картинках, которые вы видели, где мы смотрим друг другу в глаза, они говорят мне спасибо, и я тоже говорю им спасибо. So the answer is no. I see another question, actually. Okay. The question is, Лидия спрашивает, как вы считаете, могут ли другие дети семьи присутствовать на родах и с какого возраста? So Lydia asks, do you think that other children could be present during birth? And if yes, beginning with from which age? Can you repeat that, please? If the family has older children, could they be present at birth? And if they could, from what age is it possible? Any age, you know? Because at my birthing center, it was at my house, and my children, they were 6 months, they were 1 year, 2 year, and they wake up and they see the mama in labor, and they come and see the new baby, welcome baby,
I was born here too. Many babies were born where my children were. So my opinion is that any baby, any age, can come and see and watch. And of course, you have talked to them before. You have shown some videos, and they are conscious about it. Мое мнение, говорит Фернандо, что это может быть любой возраст. В моем родильном центре и мои сами дети присутствовали при родах, и бывает, что этому ребенку 1.5 года, 2 года, 3 года, они засыпают, просыпаются, видят, что у мамы родился братик или сестричка, и это никак не мешает. Но, безусловно, если это ребенок достаточного возраста, чтобы вас понимать, вы заранее должны поговорить с ним и объяснить ему, чтобы он не испугался. And I respect some professionals that they say very young children shall not be there. But I, you know, the children that are being born natural with love, that's all they carry, love, and they will connect with love. И я уважаю мнение тех профессионалов, которые говорят, что очень маленькие дети не должны быть на родах, но при этом сам я против этого не возражаю. Эти дети видят любовь и рождение в любви, и я считаю, что это допустимо. Some families have asked my opinion, and I talk to their children 5, 6, 7 years old, and maybe sometimes I have suggested for them to come in after their little brother or sister is born. И некоторые семьи спрашивали моего мнения, и я разговаривал с детьми 6, 7 лет, 5 лет, мы это обсуждали, и некоторые дети хотели, например, прийти сразу, как только братик или сестричка родится. Спасибо большое, дорогой Фернандо. Dear Fernando, we thank you very much. Спасибо большое за эту добрую, теплую мужскую энергию, не агрессивную сегодня, не по природе своей, защищающую женщину и семью. Thank you very much for your male energy, which is kind and protective and not aggressive. Well, thank you very much for the invitation. It's really been an honor. And I hope a Russian woman will get in contact with Elena Kovitz and her case. Спасибо большое за приглашение. Для меня было большой честью говорить сейчас для вас. Я надеюсь, что Елена Кобец, которая сертифицирована мной, что вы можете все к ней, русские женщины, обращаться для нашего курса. And I really hope that I will be honored to come to Russia and certify more instructors or educators. Much appreciated. И для меня будет большой честью, если я смогу еще приехать в Россию и сертифицировать еще инструкторов по подготовке к родам. Ну, мы надеемся, что и близлежащие страны, и Украина, и другие страны на всех тех континентах, на которых происходит сейчас онлайн-фестиваль, также присоединятся и к движению по гуманизации естественных родов, и к вашему магическому Magic. Yeah. We also hope that not only Russians, but the people who live in different countries who are listening to you would be able to join this global movement you participate in, and also probably being would be certified by you and teach your course Magical Beginning. Please, I would love to come to Ukraine and all the countries in Europe. Я буду рад приехать в Украину и в другие страны Европы. Спасибо большое, огромное. Любви, добра, света и новых детей в Венесуэле, в США и по всему миру. Thank you. We wish you love, kindness and light. And we wish many, many newborn babies in Venezuela, in United States and all over the world. Thank you very much. And remember, I have an online course called Brighter Beginning. Большое спасибо, и помните, да, что у нас есть курс «Яркое начало». Да, thank you very much. It's been an honor to participate. Спасибо. Большое счастье, yeah. Большая честь участвовать в вебинаре. Спасибо. Спасибо. Мы отпускаем Фернандо, you can go back to your family and celebrate Thanksgiving. Prepare turkey.
Спасибо большое, Екатерине. Спасибо большое, Фернандо. Мы их отпускаем. У нас буквально 4 минуточки. Все, девочки, удачи вам. Всем слушателям спасибо. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Я ставлю Ольгу на главный экран. Спасибо большое вам. До свидания. Света, скажи, пожалуйста, что нужно просто нажать на красную трубочку. Фернандо. Фернандо. Please to go out from Hangouts from here. You should just press the button top in the top of your menu of Hangouts. It looks like a telephone, a red colored telephone. Okay, can you see it? I see number 10 and not a telephone. No. Please, I will help you. I will help you. Oh, in the top, yeah, I see a telephone, a red. That's it. Okay. Да, дорогие зрительницы, зрители, участники, участницы, возможно, спикеры нашего фестиваля, которые смотрят нас, я буквально позволю себе занять еще 3-4 минуты вашего внимания, потому что хочу рассказать о очень интересных и важных проектах, которые нас поддержали. Поддержали наш фестиваль. В этом году мы просили порталы, которые близки нам по духу, по каким-то идеям делиться информацией о фестивале. В свою очередь мы обещали, что мы будем рассказывать о них, и поэтому я хочу рассказать в рамках этого партнерского обмена информацией о замечательных ребятах, которые создали сайт «Быть добру». Это сайт, который занимается тем, что анонсирует массу мероприятий экологической направленности. Если вы скажем, какое-то поместье там родовое свое организовать, вот этот сайт для вас. Те, кто хотят знать и быть в курсе каких-то новинок экологичных, каких-то методов экологически правильных, тоже это рассылочка, на нее можно подписаться, и они ненавязчиво где-то раз в неделю по типу дайджеста такого анонса выпускают просто ссылки на какие-то новости конкретно экологического характера. Замечательные товарищи, переходите на кнопку «Партнеры», и вы сможете поподробнее с ними познакомиться. Кроме этого, мы обязательно разошлем письмо, в котором более подробно расскажем об этих порталах. В рамках этого портала работают еще два. Родная газета по поиску своей второй половины, сохранения в семьях любви, сотворения пространства любви, и родовое поместье, которое рассказывает, как построить дом, посадить сад, обустроить родовое поместье. Такие замечательные ребята. В общем, мы со Светланой еще хотели добавить, тоже подписаны на «Быть добру». Нас как-то кто-то добрый подписал, и мы очень довольны. Действительно, красивая, хорошая и правильная идея. И еще я хочу рассказать об одном проекте, который называется heyeco.ru. Это компания, которая задумывалась о том, как объединить людей, задумывающихся не только о своем здоровье, о качестве того, что они потребляют, но и о том, как влиять на окружающий мир и как влияют на окружающий мир вещи, которые свое отслужили. И в рамках этого они создали очень интересный стиральный порошок, абсолютно без каких-то вредных веществ, которые можно с нуля детям стирать им вещи. Они являются нашим партнером, который пополнил наш призовой фонд, так что у нас будут еще конкурсы на лучшие вопросы, у нас будет конкурс на самую активность участника, на самого активного, на самого душевного, возможно, на самого веселого. Вот, и мы обязательно все эти призы будем дарить вам. Вот. И еще из этого цикла последний
но не менее важный интернет-ресурс, информационный центр создателей родовых поместий, который объединяет информацию о родовых поместьях русскоязычного пространства. Поместья.info. Все, что я хотела сказать, будьте с нами, участвуйте в конкурсах, нажимайте на зеленую кнопку «Конкурсы», почитайте подробнее, как они будут происходить, делитесь информацией о нашем фестивале proestro.com и получайте призы, приятные радости, неожиданности и любви всем, добра. И Светлана, я вижу, наверное, уже хочет завершить эфир, и я передаю ей слово. Благодарю всех нас, благодарю уважаемых спикеров. Чудесный сегодня был экстра день. Я думаю, он пролетел на одном дыхании, даже для нас, хотя это трудно, 5 вебинаров в день. Вот мои помощники. Я хочу сказать, что мы встретимся с вами на следующей неделе, в следующий вторник, с замечательными не менее спикерами, среди которых будет и Мишель О'Ден, легенда мирового акушерства. Я хочу сказать, что будет... Я хочу сказать, что, пожалуйста, готовьте свои вопросы, потому что, чтобы было из чего нам выбирать, действительно, не частные совсем вопросы, но те, которые вас волнуют, и мы их обязательно зададим. И я хочу вас немножко предварить ваши ожидания, если сегодня у нас был мужчина-акушер, как он себя называет, да, мужчина-акушер естественных родов, то впереди у нас еще Моше Крутик, который... Он себя называет первой доулой мужчиной в мире. Мы с нетерпением ждем всех остальных вебинаров и других чудес. Сегодня прозвучали трое чудес зачатия. Это то, ради чего здесь мы все собрались. Ради чуда рождения, ради чуда зачатия, ради чуда жизни. Спасибо вам, наши дорогие. До новых встреч. И все вебинары, которые были за этот день, будут по очереди у нас на веб-сайте висеть в записи. Так что, пожалуйста, просматривайте. Будут они доступны до вторника следующей недели. Всего доброго. До свидания. Хорошей недели.